я из Беларуси, вот мой сувенир. Я такая напряглась. Низшая оценка в классе. Ламина, она придумала эту жесточайшую фигню с групповым экзаменом. Я вообще, в принципе, я знала, что они учатся в моем классе. Ну так, а? Да, я вас знаю. Она короче, сказала, большинство что... студентов не загоняется балом. Давайте обсудим, решим, какой лучший вариант. Поезд, товарняк, все время куда-то едет. Даешь правила дорожного движения. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Чем мы такие довольны? Потому что... А, я думал, мы тупим просто тут, никто не поймет, кому... Зай, нам же дочь надо забирать уже. Так сейчас поедем. Сегодня был последний день. Каникулы летние начались. И на последний день наш профессор по Child Development... Нагадил компот? Нет, она экзамен сделала. Ну и вот мы до последнего сдавали экзамен. Но, короче, все классы я закончила уже, по трем классам я знаю, что у меня по Woman Study A, по физруку, как неожиданно, но A. Я сегодня, когда в класс зашла, он такой говорит, ой, ты пришел. Я говорю, ты сегодня я дерзко же... опоздала. Да. Первый раз за 4 семестра. Я говорю, так я же, говорю, сказала, что я приду. Не, ну так тебе же, типа, ну, может, никто не приходить, я говорю. Так зашла, вот, знаешь. Вот. Ну, я ему конфетки подарила, он, правда, отнекивался, чувствовал он себя неудобно. Видимо, кроссовка нос ему конфетки не дарит. Вот. Ну и все. Я спросила, какой он еще класс учит. Говорю, я хочу к вам записаться. Он говорит, ну, вообще, я еще, говорит, тренирую футболистов. Ну, если хочешь, можешь приходить. Я говорю, не, я говорю, пока о большом футболе не думаю. О большом спорте. Да, я говорю. О карьере в большом спорте. Так что, говорю, я, может быть, говорю, на следующую весну, на осень, говорю, точно не пойду в футбол, может быть, на следующую весну. Ну и все, мы обнялись, пожелали друг другу прекрасного лета. Он сказал, что был рад иметь меня в классе, я сказала, что я рада была его иметь как учителя, и на этом мы разошлись. Какое-то слово вульгарное. Ну, это получается как дословный перевод. Да. Ну почему? Ой, котик, у кого что болит? Ну, нам еще помнишь, наш друг рассказывал, что когда он только начинал учиться. Ну это не. Вот он с этим словом что-то рассказывал, но я не помню. Короче, он сказал, он предложил преподавателю подъехать, вернее, подвезти на своей машине куда-то там. А преподаватель зацепился за другого, они разговаривали, и друг говорит, я бы уже и поехал, говорит. Подхожу и, в общем, говорит, как-то он ей сказал, что получилось, что хотел бы я иметь в своей машине. Ну и, в общем, говорит, было весело. Ну, в общем, я понимаю, я думаю, что на тот момент все знали, что у него английский второй язык. И да, никаких да. последствий для него так он это говорит, не понесло. Он говорил, что преподавательница его поправила, объяснила, как правильно говорить, но это было в самом начале, как мы только приехали. И, в общем, я не помню, надо у него переспросить эту ситуацию. Как это надо говорить правильно. Потому что очень много слов всяких говорится. И как мы учили английский в Беларуси, по крайней мере, как я учил, извини, что я перебил. Да ничего, очень... мы привыкли уже. Сереж, мы все привыкли. Очень много мы учили совсем не так, как это происходит в Америке. И в Америке некоторые слова говорят, там, например, какие-то выражения, которые мы даже понять бы не могли в Беларуси, уча английский, потому что совсем другими словами. Вот, ну, в общем, давай. По Woman Study я все сделала, все закончила. Сегодня до 12 часов ночи есть последние шансы почистить какие-то хвосты. Но я, так как я очень готовилась к вот этому последнему экзамену, в общем, я решила все свои дела других классов закончить еще на прошлой неделе, чтобы меня вообще ничего не беспокоило, чтобы я могла погрузиться в этот прекраснейший урок, погрузиться в подготовку к этому экзамену. Как меня прет. Погрузилась? Погрузилась. А, ну по Woman Study, короче, у меня тоже A. По второму Child Development у меня тоже A. Я выступила с презентацией, я презентовала свое агентство, которое я рассказывала, что у нас финальный проект, это была групповая презентация, где мы помогали девочке, которая в школе забеременела, наша группа должна была... Ну, виртуальной девочке. А, ну да, ну виртуальной. Кто не видел. У нас сценарий был, что вот нашей группы, у нас группа была из 4 девушек,
и нам попал сценарий, что у матери мать-одиночка, которая имеет, по-моему, 2 или 3 детей, она узнала, что ее дочка-подросток беременна, и вот она обратилась к нам за помощью, а мы уже как соцслужбы должны помочь ей решить этот вопрос. Мы рассмотрели вариант, как получение бесплатного медицинского обслуживания. Ну, в общем, что-то я опять этот проект рассказываю, по-моему. Да. Ну, в общем, я в общем, кому интересно, там внизу во влогах можно найти по названию, сориентироваться в студенческом плейлисте, в студенческих там, влогах это есть. Ну, в общем, я выступила хорошо, имею A по этому проекту, и, соответственно, по всему классу я тоже имею A. Ну и теперь к моей дорогой, любимой учительнице приступаем. Сегодня мы представляли свои сувениры, мы уже два класса их представляем. Первый проект был там какой-то в коробке что-то? Нет, да? нет. Это для того класса был я в коробке. А это на финальном проектом она сувенир о классе, в котором ты был, как бы я сделала картину как аппликацию про каждый этап, который мы изучили о пренатальном развитии ребенка, о том, как он, как только он родился, до infancy, early childhood, middle childhood. Короче. Перевожу на русский. Маленький ребенок, подрощенный, пошел в школу. Подросток, короче. Ну и вот я сегодня представляла свой проект. И наивно полагая, по нем максимально можно было получить 50 баллов. Ну, наивно полагая, что, ну, по крайней мере, 45 я за него получу. Так что нет? Нет. Папа, я тебе объясню, почему я так поздно. Наивно полагаю, что 45 я за него получу, подсчитав все остальные свои баллы, которые я заработала в этом классе, я поняла, что на финальном экзамене мне нужно получить всего лишь 16 баллов из 60. Uh-huh. Закончились какие-то эти презентации, началось время экзамена, она придумала эту жесточайшую фигню с групповым экзаменом, я считаю, что это полный бред. Может быть, кому-то, кто готовится, кто не готовится, это может человека вытянуть. Ну вот если, допустим, ты не готовился, а я готовилась, ты меня можешь сказать. Ну ты расскажи, сказать. Как, что это за групповой экзамен? В общем, во-первых, она группы формировала на свое усмотрение. А, то есть не вообще все вместе, а что на группу? Нет, она разделила нас на 3-4 человека группки. Опять же, как она выбирала, кто будет в группе из 4, кто в группе из 3, остается загадкой. В общем, я попала в группу к людям, которых я, я вообще, в принципе, я знала, что они учатся в моем классе, но так как класс из 50 человек, да, они где-то там сидят очень далеко, и я их, я вас знаю. Но это ладно. Мне получилось, что я попала в компанию, где одна девушка была, ну, мне кажется, готова к экзамену. У другой девочки даже записок никаких не было. Она пришла, ну, зашла как бы. Ну, и она сказала, что... Короче, большинство студентов не загоняется балом, а учатся обуздать. Она сказала, мы можем общаться как угодно, выбрать любой формат, как нам удобно группой сдавать экзамен. Это значит, мы можем сесть и все вместе проработать все вопросы. Это значит, что мы можем поодиночке проработать и потом сравнить свои результаты. Или мы можем я вот по всем уверена, 59-й вопрос, я не в курсах, да, и давайте обсудим, решим, какой лучший вариант. Для меня этот вариант очень тяжелый, почему я уже и раньше говорила, что я не очень люблю работать в группе, я люблю отвечать сама за себя. Второе, что мне не нравится, когда разрешают в классе говорить, то в классе становится такая атмосфера, как будто там поезд-товарняк все время куда-то едет. Так как у меня английский второй язык, мне нужно сесть и достаточно, Сосредоточиться. Тем более вопросы идут такие, ну, где от одного или от двух слов может очень измениться, вариант ответа. Это точно так, как когда сдаешь правила дорожного движения. С одной стороны вопрос «да», а с другой стороны вопрос «нет». Отвечай, как хочешь. Ну и, в общем, начали мы делать экзамен. Эта девочка, которая без записок была, она постоянно дергала. Что ты ответила на второй вопрос? Что ты ответила на третий вопрос? Да сиди уже... и списывай. Я ей тихонько. Примерно так и сказала. Говорю, ты можешь у меня смотреть,
Ну и потом вообще уже началось такое, что все начали говорить, неудобно типа так сидеть. Начали эти парты переставлять. Парты, они идут в связке, стул, стол. Начали пытаться их в кучи ставить. Еще мы пол экзамена эти парты, блин, составляли. Ладно, составили, все расселись вроде с большего. Кто-то там начинает что-то там обсуждать, разговаривать. Ну все же выбрали по-разному. Кто-то сам делает, тихонько сверяется. Кто-то обсуждают, типа вот читают один вопрос и начинают, как знаешь, что, где, когда, блин. Минута пошла на обсуждение. В общем, она периодически дергала то меня, то эту вторую девушку. А дай мне, говорит, свои записки почитать. Я говорю, ну как я тебе говорю, дам свои записки почитать, если я свои записки читаю. Ладно, блин, я уже немножко начала от этого, ну поднервничать как бы, да. Потом эта девочка, которая была с записками, она сказала, что давай так, говорит, типа каждый делает, допустим, 60 вопросов, и потом мы садимся, да, ну и типа говорим первый, и втроем называем эй, допустим, а, совпало, отлично, значит, эй выбираем, да. Если по чем-то сомневаемся, то начинаем очень хорошенько разбирать. Эту девочку это не устраивало, этот вариант, потому что, ну, она, получается, сидит, она там что-то пытается читать, но у нее не получается, она там, короче, заглядывает ко мне, заглядывает к ней. В общем, все это в очень такой, блин, атмосфере крика. Ну, не крика, а все разговаривают, все общаются. Шума. Мне кажется, экзамен должен проходить немножко по-другому. Ну и все, потом учительница сказала, что время экзамена истекло, и сдайте. Мы, честно говоря, не успели сделать никакого этого, ни коллективного обсуждения, потому что, как бы, ну, все это клево, и столы переставляния, и воды попить, и в туалет походить, но это же все время уходит, уходит, уходит. А получается, когда 60 вопросов, а на экзамен дается, по-моему... Короче, я считала, минута 56 секунд, по-моему, получается на экзамен. На вопрос. Допустим, расписан про ребенка-подростка вот такой сценарий, ну вот, написан. И абзац. Тебе надо решить, в каком он сейчас, допустим, находится, там, в эмоциональном состоянии, там, вот, допустим, взять по такому-то там психологу, что, на каком он этапе находится сейчас. Ну, в общем, это все достаточно... Оп, Саша, на меня влияние опять оказывает. Достаточно сложно. Ну, в общем, не особо... Ну, нет, скажу, что я очень старалась, все, но я не нервничала, потому что я знала, что мне нужно только чуть-чуть на этом экзамене поднапрячься. Ну и значит, она говорит, каждый в конце класса... А ты класса, знал, что... Я еще не знал, что знаю свою оценку за сувенир. Я-то и сижу, понимаешь, такая... Спокойная. Чик, блин, довольная, что понимаешь, что даже если пытаться... Знаешь, как по теории вероятности, если перед обезьяной поставить, блин... как его, пишущую машинку, то, возможно, она может набрать Шекспира. Какое-то количество правильных ответов. Понимаешь, блин? Ну и все, и я как бы, ну не то, что не вслепую, конечно, да. Ну, в общем, было, допустим, 7-6 вопросов, над которыми я очень-очень сомневалась, но я даже, ну, как тебе сказать, ну, сомневаюсь, а потом, ну, на вас, да. Ну и все, и я проработала их, посчитала, что вот так хорошо, я не стала... загоняться. Ну, убиваться над ними, что ли, сильно. И почему я сейчас думаю, что, конечно, нужно было, может быть, все-таки мы работали группой и спросить с этой девочкой, свериться ответы. Но, опять же, всегда есть вероятность, что ты можешь написать лучше. И, в общем, я как-то так и подумала, да, и хорошо как. И наша профессорша говорит, после того, как сдадите... Все сдали эти экзамены, остаемся по одному, подходим, обсуждаем, кому что там для счастья не хватает по конечному итогу. И до меня очередь пока дошла, я подхожу к ней, и она мне говорит, я, говорит, так, говорит, была разочарована, я говорю, в смысле? Она говорит, когда ты, ну, свой сувенир представляла? Я такая напряглась. Говорю, в смысле? Она говорит, ну, у тебя всегда, говорит, у тебя везде, эй. Говорит, а по сувениру у тебя, говорит, низшая оценка в классе. Я такая вдохнула, выдохнула. Думаю, не поняла. Дальше она такая говорит, ну, я, говорит, не понимаю, говорит, что случилось. Ты, говорит, имеешь свой сувенир или его забрал кто-то? Я говорю, мне
мне, говорю, вернули, говорю, он у меня с собой. Ну, принеси мне, я еще раз посмотрю. Я ей приношу. Она смотрит свои записи, потому что в то время, когда ты представлял сувенир, она, значит, делала для себя короткие записки какие-то. Давай покажем, ты сегодня решил. Там мне вообще сейчас поставить не 35, а 3. Я что, мне пойти от разочарования, блин, расплакаться? Вот мой сувенир. Я сказала, что... То есть вот каждый цветочек – это развитие ребенка? Да. Вот это пренатальное, это... Ну, короче, это до того, как ребенок родился. Я сказала... Презентацию я свою начала тем, что я из Беларуси, как уже все знают, и что у нас очень распространенная фраза о детях, что дети – это цветы жизни. Я рассказала про каждый этап взросления ребенка от того, как вот он пренатальный период до подросткового периода. И здесь вот у меня солнышко, в котором написано родители, бабушки, дедушки, школа, социум, те, кто заботится о детях, дяди, тети, короче, все, кто имеют влияние на жизнь ребенка, должны ребенку давать заботу, любовь, семью, здоровую еду, внимание, там, ну и всякую, короче, фигню вот расписала, да, и закончила свою презентацию тем, что только если мы все вместе будем вот так вот, как солнце освещать детей, как солнце цветочки, а мы детей, типа, да, то тогда мы сможем вырастить вот счастливого, так сказать, подростка, потому что наш этап же завершающий, самый большой цветочек подростка. И она такая на меня глазоньки выплыла и говорит, ну я прям, говорит, ну вообще в шоке. Я говорю, да я сама в шоке. Да. И я говорю, конечно, понимаю, говорю, вам виднее, а можно мне узнать, почему? Она говорит, ну потому что, говорит, ну вот посмотри, ты просто сделала, типа, вот пренатальный период, инфанси. Младенец. Младенец. Подросток. Нет, ну, как бы там, ну, короче, пришкольный, садовский возраст, школьный возраст, если ты подросток. Ну ты же ничего никаких вот не дала, допустим, вот для пренатального периода ты могла рассказать, что типа, чтобы с ребенком все было в порядке, мама должна избегать, допустим, употребления марихуаны, алкоголя. Ты не дала никаких терминов. Я говорю, ну подождите, ну я же сказала термин. Инфанти, это термин? Термин, правильно, блин. Она на меня смотрит и такая говорит, ну как бы да, но он же не раскрывает. Я говорю, ну, говорю, вы знаете, я уже потом заулыбалась, да, и говорю, ну, вы знаете, говорю, видимо, я не поняла задание, да. Она такая, видимо. Ну, дальше происходит следующее, она говорит, ну, ты не расстраивайся, говорит, ты же, говорит, по остальным, у тебя очень хорошие оценки, говорит. Ну, типа, ну, грубо говоря, не всем же дано креативно тут мыслить и креативно представлять свою работу, да. И говорит, ты не расстраивайся, у тебя же все хорошо. Потом я смотрю, она в компьютере чик-чик-чик вносит эти 35, короче, блин, баллов. И я смотрю, что у меня прям, чтобы получить эй, ну, очень дофига мне еще набрать надо. Что я в нормальном... Получается, 25 тебе не хватает. Нет, подожди, что я в нормальном биф таком. Я говорю, извините, говорю, типа, мистер Вантес, говорю, чего-то я не поняла. Говорю, у меня, говорю, не такой балл должен быть. Я говорю, потому что у меня, говорю, и там экстра кредит, и там. А ты имеешь все свои работы с собой? Я говорю, я, блин, все свое ношу с собой, да. Оказывается, она интервью с беременной женщиной, 45 потерял баллов, она их не внесла. Красавица. Ай-яй-яй, и вот представь, не хватает тут 25, там 45, я в нормальном середине бив. Она такая, а не надо, говорит, так это волноваться. Я говорю, да я так, говорю, как бы не особо и не волнуюсь, говорю, у меня это все хорошо. Какой классный желтый хаммер стоит. Они на офигенных колесах. Не, у нее колеса попроще чуть-чуть. Блин, ну и красавец. Короче, она такая, ой, so sorry, хорошо, что типа разобрались. Я говорю, ну действительно хорошо. И в общем, мне сейчас надо, я забыла сколько, 36, по-моему, мне нужно набрать, чтобы так у меня было. Так ты еще не знаешь? Эй, она когда проверит. В общем, из 60 мне по экзамену нужно получить 36, и тогда у меня за семестр эй. Если я меньше, не наберу 36 вопросов этих, то у меня получается би. Вот же, короче, она вот так. Я считаю, что это нечестная оценка. Да по творчеству это вообще нечестная оценка. Не потому, что мне меньше дали, да, а потому, а что, потому что это не додали. Нечестно. Да, это да. Это мне не додали, это стопудово. Нечестно, сейчас объясню почему, да.
А как другие сделали? Скажи, они вообще как обычно на формате А4 карандашом намахали? Нет, у некоторых было очень красиво. Исаак представил такую работу, да, что прям, ну там, понимаешь, а я смотрю, плачу, думаю, как он может до такого допереть? Он принес CD-диск. И написано, типа, ну, грубо говоря, как пишут 80-е, да, он написал 103-е, типа, что, о Child Working. И для каждого, ну, этапа развития ребенка, да, он, типа, как музыку придумал. Ну, в общем, он очень креативно сделал, это действительно классно, просто там вот ему надо дать 57, я считаю, а может даже и побольше, как бы, да. Ну, некоторые, как один парень, говорит, а я просто забыл, да, и он сидел, и я видела, как он в черно просто сложил листы, как нарисовал, как это называется, комиксы, да, от руки. Но он нарисовал на уровне даже не то, что красиво нарисовал, он нарисовал, у нас Сашка рисует, ну, на таком уровне. Ну, типа, все ему похлопали, и хорошо. Получается, раз у меня самый низший балл в классе, то его работу оценили лучше, чем мою. Это несправедливо, я требую пересмотрения этим. Ну, пересмотреть, к сожалению, ничего уже нельзя, сделать ничего нельзя, но она сказала, что она была рада иметь меня в классе. Я говорю, блин, ну я вас тоже была бы рада иметь где-нибудь. В общем, вот такие дела. Поэтому сейчас я буду до следующей пятницы находиться в слегка подвешенном состоянии и не знать. Если у меня с экзаменом все хорошо, то это будет A, если нет, то это будет B. И это будет очень обидно, потому что это будет... Не хватать совсем чуть-чуть, да. А так все хорошо. И вы знаете, это не хорошо, что я скажу. Но я думала, давайте ей конфеты не давать, потом подумала. Пошли забирать дочь. Вот так. Все, больше ничего добавлять не будешь? Да нет, вроде все как бы. А, я очень удачно продала книжки. Сколько? Купили мы их за сколько? За 200. Продала. За 70. Книги очень дорогие. И, ну, их можно пытаться продать дороже. Ой, через знаю. Какие-нибудь так пошел соцсети там или еще там Craigslist и прочее, да? Да. Я, ну, приверженец того, что дома не надо. В общем, хранить. За 30% отдали, и хорошо. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Кому интересны студенческие влоги, увидимся. 26 августа, первый денечок. Блин, лето вообще какое-то короткое будет, да? Бай-бай. Пока-пока.